Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас новинки от компании Coldsteel. Это модель SR1, которая уже у нас, и это SR1 Lite в соответствующих клинках Clippoint и Tanto. Ну, такие у него артикулы. Привычная упаковка. Маркировка замка 3-отлок. Ну и давайте посмотрим, как он устроен, и что в нем нового, и что в нем старого. Ну, конечно, безусловно, сразу мы видим привычную форму, привычный образ. Это ничем с виду не измененный SR1, но, как вы видите, тут уже корпус не G10, а термопластик Кривикс компании Coldsteel. Немножко напоминает кожу ската, очень плотный, врезучий и цепкий. Выдерживает неплохие температурные нагрузки, достаточно ударопрочный, ну и, понятное дело, более бюджетный, поскольку серия Light. Что еще по клину? Здесь у нас клинок в стали 8 хром. Это сталь китайского происхождения. Бюджетная, всем понятная, хорошо правится и, понятное дело, не требует никакого ухода. Что по в остальному, здесь все абсолютно все то же самое. То есть даже по весу он немножко легче в накладках из G10, но вес его 190 грамм. Понятное дело, что он продолжает быть увесистым, мощным и провоцирует на грубую работу, на выживальческий настрой, на тактический настрой, поскольку эта модель не для ADC применения, эта модель пользуется большой популярностью у силовых структур, у спецподразделений, и в Штатах также его для этого и производят. Что по замку? Здесь остался надежный и проверенный 3-отлок. Ничего не изменилось. Надежно фиксирует. Задняя часть полностью закрыта. Видим клипсу с реверсом на противоположную сторону. Фиксируется на 3 торксах. 2 шпенька под правую и левую руку. Относительно неплохо врезаются и изымаются одной рукой. Более с хорошей проникающей способностью Clippoint. И вот так вот выглядит Tanto Point. Повторюсь, все тот же узнаваемый, но в облегченной версии. И, на мой взгляд, это хорошее решение, когда модель без того популярная, принимает еще лайт-версию, кому не нужен более универсальный, я бы сказал, корпус G10 и немножко поувесистее, кому не нужна порошковая сталь, то, ну и, конечно же, кто не мог себе позволить, да, в первую очередь, более дорогую, потому что на сегодняшний день, на май 2020 года, SR1 в порошке S35VN и в корпусе из G10, он стоит порядка 18 тысяч рублей. Это же модель 5500, ну согласитесь, если хочется такого ножа, но, как говорится, средство не позволяет, то вот это полная копия по характеристикам, по анатомии, по своей механике и замку. Лишь немножко упрощенная сталь, но у нее также есть ряд преимуществ, то почему нет? Давайте по характеристикам освежимся. 238 общая длина, 102 клинок, 4,8 по обуху и 137 в сложенном состоянии. 8 хром железка,
58-59 по Роквеллу и 190 грамм плюс-минус, это по моим замерам и взвешиванию. Что по обработке? Все тот же сатин, по спускам видим поперечный, верхняя часть у него идет продольный сатин, два шпенька, врезучий, прочный, надежный и, конечно же, повторюсь, провоцирует на грубую силу и работу. Всех благодарю за просмотр и до новых встреч, у нас еще много новинок. Пока-пока!